В Центре социальной поддержки в преддверии праздника Наурос организован праздничный концерт, представлены яркие сценические представления. В роли артистов выступили сами пациенты и сотрудники центра «Комкор». Все нормально, проводим спортивные мероприятия иногда. Вот сегодня тоже будут игры на улице, участвуем везде. Так нормально вышиваем, делаем картины, алмазные картины, там крестиком вышиваем, вяжем. Готовимся к праздникам уже за 2-3 недели до праздника, там концертные номера, танцы, допустим, я в танцах тоже участвую. На территории центра для всех был накрыт широкий дастархан с национальными блюдами. Сотрудники центра организовали для подопечных национальные спортивные игры, среди них конкурс, асагату, тогускомалак, шашки, шахматы. Желающие могли покататься на лошадях. Такие мероприятия повышают инклюзию людей с ограниченными возможностями, отмечает руководство центра. Для наших услугополучателей, для наших сотрудников это тоже необходимо для услугополучателей, потому что они каждый день здесь живут. Как-то скрасить их жизнь. Они принимают участие в концерте, ходят на репетиции, делают подготовки. Это для них прямо вот жизнь, стимул. И поэтому мы, соответственно, придерживаемся все санэпиднормы, мы проводим такие мероприятия. В Центре социальной поддержки «Комкор» для пациентов созданы все необходимые условия. Порядка 270 специалистов оказывают различные услуги. Квалифицированная медицинская, социальная и психологическая помощь, организованы курсы агро- и трудотерапии, спортивные и культурные кружки. Все пациенты находятся под круглосуточным наблюдением. Аслан Абуталипов, Павел Соловьев, Алмаз Садвакасов, Кукшы Ахпарат.